Израильские агенты застрелили в Тегеране одного из самых разыскиваемых террористов в мире второго номера террористической организации Аль-Каида Абу Мухаммеда Аль-Масри. Об этом сообщила газета «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на 4 источника в американских спецслужбах. По словам источников, в августе этого года Аль-Масри ехал на машине возле своего дома, когда два израильских агента приблизились к нему на мотоцикле и 5 выстрелами из пистолета с глушителем убили террориста и его дочь Марьям, которая была замужем за сыном Усама бен Ладена Хамзой бен Ладен. Египтянин Абдулла Ахмед Абдулла, известный под боевой кличкой Абу Мухаммед Аль-Масри, с 2015 года скрывался в Иране. Террорист был ликвидирован 7 августа в годовщину теракта в Кении и Танзании. Иранские средства массовой информации сообщили об убийстве ливанского профессора истории Хабиба Дауда и его дочери Марьям. Ливанская газета и Корпус стражи Исламской революции сообщили, что убитый член ливанского шиитского организации Хизбулла. Согласно американским источникам, никакого ливанского профессора не существовало. Иран снабдил фальшивыми документами террориста Аль-Масри. Тегеран, в свою очередь, отрицает, что принимает у себя боевиков Аль-Каиды.